привлечь к ответственности вплоть до уголовной руководства и хозяев ArcelorMittal Кемертау. Сколько человек пострадало? Должна быть серьезная ответственность. И ArcelorMittal Кемертау должен нести эту ответственность не только в Казахстане, но и на международном уровне. Почему? Потому что произошла преступная халатность, которая продолжалась все эти годы, когда не вкладывались серьезные деньги в безопасность, промышленную безопасность, технику безопасности. Я думаю, что со стороны государства надо привлечь внимание международного сообщества с тем, чтобы